Висаитов получил в подарок коня. Лучшего коня, которого тогда можно было найти в СССР. Его на свои средства приобрел Михаил Шолохов и отправил на фронт с напутствием, подарить лучшему кавалеристу советской армии. Им и оказался чеченец Мавлют Висаитов. Один из эпизодов фронтовой жизни чеченского героя напрямую связан с этим конем. Случилось это недалеко от реки Дон. Войска отступали. Был пасмурный вечер, и трудно было отличить в тумане свои позиции от вражеских. Висаитов решил лично проверить левый фланг. Он помчался на коне в сопровождении только своего ординарца навстречу колонне пехоты, уже совсем приблизившись, понял, что это немцы. Пришпорил коня, врезался в колонну, разя врагов шашкой, прорубил себе путь, и когда по нему начали строчить автоматы, был уже в недосягаемости. Однако пуля достала его, пришлось на скаку сделать перевязку, а потом уж думать о возвращении на свои позиции. В темноте было трудно сориентироваться.